Илья Ильич Обломов и его верный слуга Захар – эти герои знакомы почти каждому жителю нашей страны. Их автор – Иван Александрович Гончаров. Писатель родился в Симбирске 18 июня в 1812 году. Сегодня Ивану Александровичу исполнилось бы 212 лет. Красивые даты на родине Гончарова приурочили множество мероприятий. Праздничный день по традиции начали с возложения цветов к памятнику великого писателя. Ведь сегодня не только 212 лет со дня рождения писателя, но и, например, 175 лет с момента приезда Гончарова на родину. Это был один из самых значимых приездов 1849 года, когда Гончаров работал здесь над романом «Обломов» и замыслил роман «Обрыв». Роману «Обломов» исполняется 165 лет в этом году, а роману «Обрыв» 155. То есть год действительно урожайный, юбилейный. Вообще, все три романа Гончарова – это шедевры. В единственном в мире музее, посвященном Гончарову, весь праздничный день шли выставки, лекции, встречи, работали интерактивные площадки. Дом Гончарова для всех посетителей работал бесплатно. Все гости музея смогли пройти по комнатам Ивана Александровича и посмотреть на подлинные вещи писателя. В сквере Гончарова тоже работали различные интерактивные площадки для взрослых и детей. Здесь мы предлагаем такую игру «Литературный бум». Это игра для молодежи, но играть могут в нее все возраста. И здесь представлены карточки. Вопросы на этих карточках по творчеству Ивана Александровича Гончарова, Александра Сергеевича Пушкина и о нашем городе. Ведь и тот, и другой были в нашем городе. Ответив на эти вопросы, по времени, по таймеру, можно проверить свои знания. После обеденное время в музейном дворике работала ремесленная мастерская, проходили мастер-классы. А также можно было приобрести понравившиеся изделия и сфотографироваться за штурвалом фрегата «Паллада». Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.